лимоном и горячей водой. И ты думаешь, она у тебя осветлится? Маргарита собирается на гимнастику. Так. Они когда ругаются, они ругаются на немецком. Мохала попа. Осветлится? А кузнечик, а кузнечик. А кузнечик, а кузнечик. Кузнечик, кузнечик. Ребят, всем привет. Вчера нас потеряли, наверное. В общем, у нас не получилось выложить один влог. Вчера вышло видео на канале сестричек, поэтому я не смогла смонтировать два видео сразу. Не успела, поэтому сегодня выйдет влог за вчерашний. И, ну, в общем, получается, один день не снимали. У нас обед, и дети обедают, уходят в школу. Быстренько, у меня тут варится. Сейчас мы лодываем. Вот такие вот дела, так что знаю, что нас потеряли. Пока вас всех докричишься, дай мне тоже остренькое. Этот соус очень классный. Он сладко-острый. Смотри, я хочу это золотое яйцо. Там ты тоже можешь получить золотые пэты. Что там делать? Ну, тебе нужно 660 звездочек, у меня 165. А я ее зову, зову, кричу, кричу. Маргарита, я тебя кричу, мы уже кушаем. Она сидит, она лежит, загорает. Возьми, пожалуйста, стакан. Что с твоими волосами? Фу, там что-то внутри. Вылей. Это, по-моему, это... Вылей куда-нибудь это... Ну, туда, на камушки. Макс вчера пил молоко, оставил. Туда пчела залетела. Почему ты второй день ходишь с прядками, с мокрыми? Химичишь? Да. Что ты химичишь? Покажи. Что такое ты делаешь? Чем ты мажешь? Лимоном и горячей водой. И ты думаешь, она у тебя осветлится? Да. Угу. Так, кстати, как в контроле написала? Точно? Нет, да. Мне все сделала? Нет. Сколько не сделала? Мама, там давай просто курить. Уже свет. Она же ставит время. Алла, и часы так. Быстро, да? Так сколько ты успела сделать-то? Больше половины. Больше половины? Точно? Ну да. Легко было? Ну да. Мы получили тест от французского 4-5. У меня все время, я все время делала вот так с моей ногой. Почему? Не знаю. Дергалась, что ли? Да. Ну посмотрим. На оценочку потом. А у тебя что по французскому? По математике у меня сейчас 3,8. 4,2. Как у Маргариты, моя подружка, 4,2. Выложила наконец-то я влог. Все. Теперь я спокойна. Так, Макс, ты что делаешь? Никого нет, все ушли. Каролина ушла к подружке. Ксюша в школе. Маргарита к подружке. Мы с Максом. Я только с Максом и с Бонни. Да? Вот так. Нас оставили все. Так, сейчас я буду здесь убирать. Ты какао, смотри, насыпал. Посуду нужно помыть. То есть в машинку сложить. Давай, я буду посуду складывать. Посуду складывать, машинку и мыть. А ты чего стоишь? У меня нет еды. Она у тебя в комнате. Хочешь, я тебе велик вытащу? Ты хочешь кататься на улице там? Ну, мне нужно Ксюшу ждать. Она сейчас в дверь позвонит, а нас нет дома. Маргарита собирается на гимнастику. Это ты заполняешь документ? Какой-то договор, что ли? Или что ты будешь ходить на гимнастику? Да. Угу. Я в пол. Это ты уже вот точно тебя взяли? И тут нужно расписаться? Да. Кто я? Угу. Угу. Я уже хочу 2020 написать. А где мой телефон? Я хочу мой телефон написать. Твой телефон? А тебе звонить вот, не смогут. WhatsApp. WhatsApp. Здесь сюда мне нужно мой телефон. Если что-то, какие-то папин, новости, они тебе папин будут телефон писать. Сюда. Угу. E-mail. Вот у меня телефон, открой свой и найдешь. Ну, сюда. Решила опять сделать лепешечки, потому что хлеба. Сегодня не купили, хлеба нет.
И будем кушать лепешечки вместо хлеба. Опа! Маргарита пришла со школы. Нашла? Маргарита пришла со школы, положила куда-то свою сумку и теперь не знает, куда она ее положила. Это вообще как? Я уже вести. Ну как ты могла вот вспомнить? Ты зашла. И куда пошла? Я не могу помнить. Я не помню. Не можешь я помнить? Я ее положила на пол. И все, больше и я куда она трогала. Может куда-то деться? Не знаю. Бонь, ты не знаешь? Может, Бонька куда-то делась? В итоге она оставила сумку у подружки. А что, сходи, еще светло. Что у тебя внутри? Мой пенал. Ты тогда скажи, чтобы она в школу принесла. Ну, и говори. Чего ругаетесь опять? Ничего. А? Есть, вот реально не скажу. Вы же сестры. Ну ты пишешь Марку. Ну как можно ругаться, Маргарита? Чего ты обижаешься? Опять что-то не поделили? Что не поделили? Ну ты можешь поделиться с ней? Тебе трудно? Так карандаши мне были сегодня нужны. Ну а сейчас? Так. Они когда ругаются, они ругаются на немецком. Это так смешно. Маргарита, еще раз поругайся. Ну скажи что-нибудь Ксюше. Ну скажи. Ну что вы ругаетесь? Смотри, у меня есть такой тайм. Смотри, какая злюка. Улыбнись. Улыбнись. Нужно мне в два раза больше теста заводить, что ли, на такую семью? Да. Кошмар. Сколько лепешек я сделала? Ну, лепешек 15, наверное. Это мало сильно. Да. Там 4 я оставила вам в школу. И сейчас вы съели где-то 7 штук. Ну, да, где-то штук 11-12, наверное, получилось. Немного. Почти на килограмм муки. На 800 грамм муки. Нет, не хочу, оставь. Кто-нибудь, может, захочет. Кушай давай. Так, все. Учим стих. Сейчас будем развлекать наших подписчиков. Про муху цикату. Я не все помню, конечно. Так, все, начинаем. Да? Поехали. 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 Так, я буду говорить по одной строчке, папа должен повторить. Муха, муха, цикатуха. No, pero vamos a hablar ruso, vamos a tucutuca la vieja la boca. Tucutucu. Да. Муха, муха, цикатуха. Муха, муха, цикатуха. Вот. Позолоченное брюхо. Па. Позвала ножка на труха. Позолоченное брюхо. Позолоченное. Позолоченное брюхо. Бруха, говорите, как я бруха. Макси, пожалуйста. Но позолоченное брюхо. Позолоченное брюхо. Да. Муха по полю пошла. Мухала. Все, мухала попа. Муха? Муха? По полю пошла. Попа на струху стоит. По полю трухала стоит. Это самое сложное. Это, parece, как я la мошка se moja la попа. Así dices. Он говорит, он слышит, как будто бы это на испанском. Oye, mira, муха намочила свою pelo. Попу. Так, пошла муха на базар. La muja fue al bazar. La muja la да, bazar. Но ты на русском yeah, говоришь. La но муха на базар. Пошла муха на базар. Пошла муха на базар. Купила самовар. И купила самовар. Да. Приходите, тараканы. Приходите, тараканы. 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 Да. O sea, espérate, la muja fue al bar a comprar al bazar y después se fue al bar. Papi. Я вас чаем угощу. Я вас чаем угощу. 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 Тараканы прибегали. Тараканы прибегали. 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 Все стаканы выпивали. Все стаканы ке? Выпивали. 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 Дальше. А букашки по три чашки. А букашки по три чашки. С молоком и крендельком. С молоком и трин-трин-ком. Сидите тупо. С молоком и трин-трин-ком. Трин-трин-ком. Нет, с молоком и крендельком. Крендельком. Да.
Нынче муха-цикатуха. Нынче муха-цикатуха. Именинница. 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 Приходили к мухе Блошки. Блошки. Приносили ей сапожки. Приносили ей сапожки. Приносили. А сапожки непростые. А? А сапожки непростые. А сапожки? Непростые. Непростые. В них застежки золотые. В них застежки золотые. В них краска. В них застежки золотые. В них застежки золотые. В них. В них. В них. Застежки. Застежки. Золотые. Золотые. Он не может целую строчку сразу. В них. В русском. Sí, yo voy a contar el cuento en ruso. А кузнечик, а кузнечик. А кузнечки на конце кузнечки. Давай. Yo voy a contar un cuento todos los días para que se vayan a dormir. Нет, скажи, а кузнечик, а кузнечик. А кузнечку на кузнечку. Кузнечка, кузнечку. Кузнечку, кузнечки. Я не могу. Кому? А кузнечик. А кузнечик? А кузнечик, а кузнечик. А кузнечик, а кузнечик. Кузнечик, кузнечик. No, ese es tuyo. Кузнечик. Кузнечик. А кузнечик, а кузнечик. А кузнечик, а не кузнечик. А на кузнечик, а не кальмудик. А кузнечик, а кузнечик. Ладно, все, я не могу больше. Ой, все. Маргуша улеглась уже. Пока не сказала ничего. И ты тоже уже спишь. Все, спокойной ночи. Нормально. Где? А, будите опять в 7:30, да господи, когда же уже... Что у тебя есть? У тебя завтра есть, я не знаю, что такое ТТГ. И не знаю, что это такое. Ты что делаешь? Нельзя в книжке писать, ты что? Ты же сказала, нельзя писать, а он пишет. Нельзя писать в книжке. Это кого? Книжку читать надо. Мама забрала ручку. А, это папина ручка, ему же надо писать, дай быстрее. Я тебе дам. Я тебе дам. Я тебе дам. Рисовать будешь завтра? Не знаю. Ну, короче, завтра будет у тебя все нормально. Рисовать? Все без напряга. Только рисовать? Да, без напряга, все, школа, хорошо. Все, мы будем спать. Всем пока. Всем пока.